Станица Новодмитриевская капитально ремонтирует здание Дома культуры. Благодаря участию в краевой программе получили на это около 18 миллионов рублей. Работы в самом разгаре. Проинспектировал их во время рабочего визита в поселение глава района Андрей Дорошевский. В данный момент полностью выполнили демонтаж. В половине здания успели поменять электропроводку. Заливают полы и штукатурят стены. Второй этаж почти готов в предчистовой отделке. По контракту ремонт здесь должен завершиться до начала декабря. Посетил руководитель муниципалитета и школу номер 36. В этом году образовательное учреждение отмечает юбилей – 50 лет со дня основания. Директор поблагодарила муниципалитет за серьезное финансирование, благодаря которому выполнено множество работ и закуплено новое оборудование. И ограждение мы поставили, и точки роста оборудовали, и сейчас детские инициативы, кабинет детских инициатив делаем. Центр «Точка роста», работающий на базе школы, поражает теперь не только ярким современным дизайном, но и разнообразием оборудования и наглядных материалов. Программируемые, да? Да, да, электронные. Это один набор. Я такие видел, да. Это вот второй набор. Батарейки входят в комплект, но здесь их нет в лаборантской. Вот, то есть, ну, ребятам, я думаю, будет очень интересно. Да, это хороший набор. Теперь любой учащийся школы, записавшийся в кружок или секцию на базе центра, сможет обучаться с использованием передовых технологий и материалов для практических работ.